Ребята, удача или неудача преследует меня. Я к вам вышла, потому что подумала, что сейчас я буду на глаз, я не выйду. 2 месяца я забила хрен на Инстаграм. Короче, тут где я сижу, жду, пока Мэри сделает ресницы. Хотя мне тоже уже надо посмотреть и делать. Встали, поехали. Хорошо, что у меня свой магазин оделся. Чтобы помещение смотреть для своего магазина. Как вам идея, чтобы магазин... Ой, Анечка, привет, я к тебе обязательно приеду. Я сейчас езжу по делам и приеду к тебе обязательно. Пиши, пожалуйста, мне в личку, пусечка моя. Я бы захочу, чем приехать к вам в гости. Ребят, я закрыла свою страницу, потому что очень много жалоб сейчас на меня. Я, кажется, в течение 2 месяцев моя страница не очень активно работает, только из-за того, что мои прекрасные хейтеры пишут на меня всегда, ну, жалуются. Ну, это все решаемо, и теперь буду блокировать. Вообще, прежде чем написать мне комментарий, у тебя 2 телефона, я через Мэрин сижу, я не могу через свой Инстаграм сидеть, у меня не работает. Хейтеры теперь, которые пишут гадкие комментарии, отвечать вам никто не будет, вы просто будете блокироваться Инстаграму, если будете писать 1, 2, 3 раз. Так что на нас тоже есть защита, ребят, поэтому подумайте прежде. Если у вас, по крайней мере, активная страница. Можете создавать 50 своих страниц, но вам это не поможет. Почему? Что мы пишем? Я читаю. Тебе здесь сидит хорошо? Да, нет, вы не видели меня сегодня. Я вообще проснулась очень опухшая, отекшая. Ты уже в Москве? Да. Нет, я не хочу вернуться. Ой, в Москву. О, в Москве, Нет, не хочу вернуться. Да, блин, какой телефон у нее крутой. У меня вообще с телефоном беда, девочки. У меня вообще не заходит, сейчас вам покажу, что у меня пишется в телефоне. У меня не работает ни мой магазин, что сидит менеджер. Смотрите, у меня вообще просто не заходит. И не пишет даже, я даже пароль чужой ввожу. Ошибка. И все. То же самое, что было. Губы уменьшила, нет, у меня уже просто свои. Когда я улыбаюсь, я вообще делаю губы, что на видео видно. Так, ну, так нормальные губы. Верхнюю увеличивалась, то, что она прогибается вниз. Ты в личку не читаешь. Я читаю только в твоем магазине. Иди купить синяя куртка. Мэри продается. Получше очень идет. Расскажи что-нибудь интересное. Что интересное? Я рассказать хотела все про отдых. Но я сейчас сижу в салоне, как бы здесь не очень удобно. Интересно, что у меня столько в жизни сейчас произошло всего не очень приятного. Но я не нервничаю, как раньше. Нет, один раз расплакалась, конечно, когда узнала, что прожили 2 месяца, когда ты занимаешься своей какой-то работой, и ты при этом делаешь все хорошо, свою работу прекрасно, и потом ты узнаешь то, что из-за людей гадких, да, из-за того, что ты... Ну, я думаю, так многие сталкиваются, кто в своей работе проф, что много завистливых людей, которые делают так, чтобы у тебя все было говняно. Я, кстати, не особо расстроилась, неприятно просто, когда ты, да, реально к человеку, людям не испытываешь ненависти, зависти. Ладно, если я была действительно там сука какая-то, и все доставалось бы так легко, но неприятно. И, честно, я вообще думала, что мне хорошо без Инстаграма, наверное, не стоит этим заниматься, потому что я очень люблю своих подписчиков, вас, которые со мной хорошо общаются, у меня появилось много друзей в Инстаграме, я каждую из вас знаю, и, конечно, у меня были прям такие крутые проекты именно для девушек, помогать девушкам, мне кажется, как-то добро что-то добро-добро, пока я не вижу, что аукивается для меня. Привет, привет. И я немножко расстроилась, очень сильно. Я поняла, что я очень сильный человек, просто от своей дочерью. Я поняла, что я стала злее, не доверяю людям. Нет, все равно доверяю, конечно. Еще учусь. У меня мало друзей стало. Я стала злее однозначно с этой ситуацией. Танюшка, я тоже по вам скучала, я очень рада и очень, что здесь я у Мэри взяла телефон, пока на ресницах хоть чуть-чуть. Я потом закрыла свою страницу, чтобы не было. Хотя я посмотрела, гадости все равно пишут люди. Получается, не только люди-хейтеры заходят с каких-то других страниц, они подписаны действительно почти все. Что Килли здесь все будет отлично, уж люди всегда будут, к сожалению. Я согласна.
мы не можем вести своих эфиров. Мне очень приятно, прям до слез, честно. Но я сомневаться стала, что я хочу вести Инстаграм. Инстаграм именно... Нет, подождите, WhatsApp использует ваш телефон дальше. Сейчас, извините. В Москве. Сейчас, подождите. Вот, еще казалось, что удалилась половина моих сообщений по работе с людьми. Это вообще как-то, знаете, такая полоса. Вот что я вам расскажу интересного. Сначала произошла эта проблема. Мы узнали, что такая фигня с моей страницы. Вот. А, на утро мне улетать. А мои кроссовки стояли под раковиной в номере. У меня были только кроссовки с теплой обувью, понятно, соответственно. Полетела я, да, конечно. Полетела я в шлепках. Потому что, когда я взяла свои кроссовки, оказывается, раковина у нас начала протекать. И за ночь они промокли так, потому что я понимала, что мне в Москву надо ехать в шлёпках, в носках. Кроссовки под раковиной. Ну да, я убрала тёплую обувь, это не надо было, я просто под раковину. Но как бы я не думала, что может потечь в номере раковина. Неважно, ладно. Короче, дальше. Потом мы берем байк, который разваливается. Шесть утра пришли других байков. И дали нам именно такой. Я не доехала, начался дождь. А мы на байке. Все, фигня. Потом я взяла тележку. Тележка была просто такая же, как наш байк разваливалась. Потом еще кое-что сломалось у меня. Чтобы вы понимали, я ехала без интернета, без ничего, потому что у меня перестал работать телефон. Я была вообще без телефона, поэтому два дня я вам хотела очень много чего поснимать, но у меня не работала камера, у меня не работал телефон, все не работало. Я прилетела сюда, я купила себе кроссовки. Я сейчас вам покажу, потому что как бы эти кроссовки стоили 6000 рублей. 6000 рублей в Заре. Но мне Мэри сказала, что снегопад, что я в шлёпках не дойду. Мне пришлось купить себе эти кроссовки. Ну, для Зары, мне кажется, дороговато. В Сингапуре было так круто, я хотела вам поснимать. Я считаю, это один из самых красивых аэропортов. Сейчас, девочки, я отвечу по работе. Даже не знаю. Сейчас выбираю. Так, у меня еще проблемы с кожей. Да, дороговато, да, жалко, знаете, как было, но я понимала прекрасно, что я приезжаю, шлёк, прилетаю. Результаты конкурса будут на днях, потому что мне нужно выписывать, сидеть. Мэри мне телефон как бы не может свой подарить. Я надеюсь, что сейчас я смогу пойти, чтобы мне полностью удалили все из телефона, это все программы, просто все. Мне нужно скинуть все в облако. Это iPhone X, да, мне так многие говорят. Вообще, если честно, начал под вечер, мне кажется, мне нужен новый телефон. Вообще крутая, да я бы не сказала, какая-то я тут подуставшая. Я вообще так скучала, конечно, по вам. О, я тоже грубиянка, да, у меня нет настроения. Почему Лёша со мной не приехал? Во-первых, Лёша поедет в Китай работать, потому что надо зарабатывать деньги, так как мы очень много потратили на отдыхи. Если вы все знаете, я не работаю уже в течение 3 месяца. Мне очень нравится моя грудь. Конечно, она не такая большая, как я хотела. И когда вы пишете, что у меня большая грудь, у меня просто был такой лифчик. Очень смешно, что многие женщины даже не знают, что есть лифчики, которые будут по-разному смотреть. Сейчас я без лифчика. У меня нормальная грудь. Ты что, уже сделала? Да. Так быстро? А я когда долго не хожу. Слушай, вообще прям быстренько. А Лёша мой остался там, и у него были билеты куплены, а мне нужно уезжать. У меня тоже 10-й, он уже вроде бы не принесаемый. А я не знаю насчет. А что так быстро сделали? За час? За полтора? Час 20? Сейчас вам покажу мастера, подождите. Который делает ресницы за 1:20, чтобы вы понимали. 1:20 ресницы. Я первый раз такой слышу, 1:20. Я сейчас все накрашу,
Да, я только вышла. Час 20. Очень красиво сделали. Очень красиво. Ты эльки сделала? Эльки, посмотри, как красиво. Безумно красиво. Безумно. Я тоже захотела. Покажи. Смотрите. Мне подписчикам. Безумно. Покажи, красиво. Как я одета, подписчикам. Одета, одела ее сегодня в своем магазине, сейчас покажу, чтобы вы понимали. Я снимаю, чтобы ноги длинные были. Снимаю, чтобы были ноги длинные, подожди. Вот. Это она говорит, что у нас одинаковые задницы, чтобы вы понимали. Так что заходим ко мне в магазин и заказываем такая одежду. Такая модница. Как дела у подписчиков? Да, нормально. Говорят, почему я не выхожу, чтобы я не обижалась, на, чтобы я вела дальше блог свой. Но у меня, кстати, страница так не имеет. Я пришла к себе. Вот смотри, можно еще сзади на себя смотреть, как в зеркало? Не, не хочу сзади смотреть на себя. Выбери, пожалуйста, какой цвет мне лучше подойдет. Цвет чего? Я как пьяная. Выбери. Это работа. Мэри красотка. Конечно, красотка, ничего себе. Я подруг страшных не держу, не знаю. Шучу. Голубый, ну, просто мой любимый цвет. Мне кажется, мне будет идеально. Это мой любимый цвет, я бы его взяла. Так, я ничего не понимаю, мне надо накраситься. Так. Как объяснить, где мы? А, Новый Арбат, 7 строения отдела. Сейчас подождете. А, у тебя же педикюр еще. У меня нет педикюра, все. У меня не будет сегодня? Нет. Сын, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас не заметила. Да, очень, очень. А мне надо это. Я еще не позвонила, но еще, чтобы показали этот. Чтобы показали помещение. Надо позвонить, что будет. Звони прямо сейчас. Строение 1, а как это называется? Новый Арбат, строение 1, вот так и называется. Крупными буквами будет написано Арбат. Да, мы хотим квартиру на Арбате. Привет, Сашка. Сашка. Наша что? Сашка тут. Черно. Сашка, поздравляю тебя с свадьбой, дорогая. А ты же не пришла? Я улетела, я так хотела прийти. Очень сильно. Ну, простите. Сашка, может, встретимся? Приезжай на Арбат. Я сейчас заскучилась. Я телефон. Махает, смотрит, привет, привет. Сыночку, сыночку вашему привет. Таиланд спокойно покинула Мэри? Ну, вроде бы да. Вот так сладенько что-то хотела теперь. Мы так много съели, мне до сих пор. Плохо, мне тошнит до сих пор, ты прикинь. Я до сих пор еда не приварилась. Она какой была, адрес, я не помню. Я сегодня... А, мне тоже надо накраситься, да? У меня... Ребят, у меня такая проблема с кожей. После Китая... Мэри говорит, что нам не подходит Азия, что мне не надо больше в Азии. Нам обеим она не подходит. Сашка, ты заболела? Ну давай мы приедем тебя навестим, хочешь? А где ты? На поляну. Сколько? Что ты туда заехала? 50. Я теперь за 50 только приду. Мэри, упала твоя куртка. Подниму, подниму. Ты беременна? Нет, она не беременна. Там еще помещение позвонить. Вот сколько дел надо делать? Я только за. Да, конечно, нас же не пустят туда. Ты что, Саш? Далеко до вас ехать? Особенно меня. Нет, у меня так. Там Ольга Орлова в наличии. Нет, я не знаю проблемы. А я не поеду за Бузовой. Сейчас у Мэри живете. Мы живем, Мэри. Сами не знаем, где мы живем. Вы понимаете, вот сумочка, в которой налит. Ой, не надо показывать. Только Саша пишет плохо, будет писать, буду блокировать. Потому что Саша моя подружка. Вы это знаете, что я ее очень люблю. И моя. И то, что Саша себя сейчас ведет гадко, она уже получила по жопе. Кто Саша ваша, не может, говорит? Саша ангел, она не может вести себя гадко. Никогда не поверю, что Саша Черно как-то себя, не знаю, повышала голос на Йосю, дралась. Такого быть не может. Сочинять про ангела такие вещи. Такие у меня красивые ресницы. Йока Ламане. Женька подъедет, как у меня дела? Ну, сейчас кто приедет, я говорю, подъезжай к нам, потом поедем. Слушай, потом куда-нибудь можно заехать посидеть. Я передумала ехать в Валенок. Это в другое место. Я тоже не хочу. Я там вообще не очень была. Я вообще уже не могу думать о еде больше. Все.
Сидная съедой, тем и закрытыми сумки. Кто знает, то знает. Вы знаете, что я ела? Смотри, какие у меня уши черные. Что черное, а я белая. Да. Не бывает. Вы знаете, что... Подожди, Мэричка. Че? Вы знаете, что нам нужна квартира, а желательно квартира. Ненадолго. Боже мой, чего? По каналку покажи. Люлу. 80 рублей. 80 рублей, вы прекрасно. Мне, например, она не очень подходит. А мне очень она нравится. А где номер вчера записывал этого чувака? Ресницы я сделала Эльке, кто спросил. В смысле? Кажется, Эльке. Ты сейчас своим рассталась. Почему должна? Я, во-первых, не рассталась, я замужем. По-прежнему. Что мы делаем? Ты что, мы разводимся? Они вечно думают, что вы разводитесь. Я беременна, я разложусь. Да, именно поэтому. Потому что я беременна. Когда вы пишете, где Лёша, я думаю, что вы, наверное, на него подписаны и знаете, где находится мой супруг сейчас. Мой супруг остался дальше отдыхать там, а мне нужно ехать в Санкт-Петербург. Я думаю, не нужно говорить, по каким делам, если вы и так многие знаете. Просто я не хочу ничего озвучивать. Почему Мэри не может пожить? Лена, Лена, когда вас переносить будешь? А я не знаю, когда буду. Твари, очень приятно. Так, мне номер надо посмотреть, короче. Ее зовут Тваря, она с Марией Лиза. Очень приятно, смотри, какие у нее шуточки за 300 просто, я юморю. А, кстати, спать хоть отдыхаю. Да, мне сейчас, если кто узнает, у меня сейчас будет операция по-женски. Вот, я приехала по своим делам. Мы с Марией вот думали насчет Венеры. Значит, она... Ты решила все-таки, да? Да. Ты решила все-таки, да? А я? Я не знаю. Если делать, то вместе. Если ты не будешь делать Венеры, я тоже не буду делать Венеры. Я не хочу делать Венеры. И когда вы пришли на крыть зубы, у меня самые крутые зубы. Я тоже что-то подумала, что я не хочу. Алло, Женек, здесь на этом, на 7-м этаже. На 7-6. Слушай, может, тогда ты куда-то поедешь, а мы подъедем туда, где-нибудь сядем все вместе, поболтать хотим же. Ну, давай сейчас решим, где, куда поедем. Она сейчас где? Она вот сюда подъехала. Парковки нет, да? Да. Подождите, я не могу так быстро сообразить, дайте мне 2 минуты. Так, 2 минуты надо. Сейчас я, сейчас скажи, мы скажем, куда. 2 минуты, сейчас она подумает, куда я пойдем. Так, мы на Арбате, да? Сейчас, минутка. Угу. Да, мы тоже говорим, давай приедем на Арбате. Мы только что вообще поели, но ничего. Мы здесь не будем. Ладно, сейчас. Где? В Сити. Пойдемте в Сити. Пойдемте в Сити. Угу. Угу. Я в прямом эфире не могу с тобой это обсуждать. А? В стране? Нет, в стране наоборот. Ну, не знаю, мне не очень. Оттирается страна. А что это? Ты не была страна, которой нет? Тоже надо кого? Напротив Большого театра. Go в Сити. Мы в Кальян пойдем покурим? Пойдемте в Сити. Но я Кальян не буду, мне плохо и так. Да? Мне тоже плохо. Не знаю. Пусть она сейчас нас заберет, сейчас мы выходим через 15 минут. Сейчас через 15 минут она говорит, мы выйдем. Где она будет нас ждать, тут нет парковок. Кататься будет? Там сзади, старого, где старый Арбат, там можно припарковаться. Во два раза. Алло, Жень. Алло, Жень. Ты сможешь, кальян, где старый Арбат, там ты можешь паркануться на минут 15. Ну что, подбежим. Где-нибудь возле старого. Господи, вот ты же у нас тут умная такая. Давай, мы через 15 минут выходим буквально. Давай, подбежим.
Фили сказала, что у нее нет столько денег остаться как... Лизочка Украмания в эфире сказала, что у нее нет столько денег остаться как вы и с вами встретиться, когда вы ее ждали. Вообще за бред. Я не верю, что Маня так могла сказать. Я думаю, что Маня сейчас работает побольше, чем... Для примера точно. У меня вообще не было в России 2 месяца. Где-то такие серьги купить. Где такие серьги купить, вам скажет Мэри Кулешова. Да. Черный или коричневый, да? Думаете? Ну, наверное, если бы я была беременная, то я бы не спрашивала вас. Про кальян бы не говорила. Как волосы после кальяна? Привет. Очень хорошо. И за лыжи еще старых фото. Да я думала, что это много на сегодня. 2014 год начался. Потом еще. Но это же я с Инстаграма вам выкладываю. И очень тут черные ногти, да, и короткие. Тоже мы здесь делали у девочки. Так. Ну, шутка, она сказала, одеться, как вы, не может. Кушать, такую купить у нас в магазине, у меня. Она сказала такую шутку, что не может позволить. Маша просто прикалывается. Она просто помнит, как я пришла на проект, и мы шутили с того, что раньше было денежек немножечко побольше. До проекта. Они такой говорят, без проектов стали такие крутые. Бери Мэри, прилетай ко мне в Сан-Франциско. Мэри. Хорошо. Это моя это подружка. Это кто зовет? Мы познакомились. Я думала, мужчина классная. Какой-то. Вот она рассказывала мне про импланты, которые тогда меня обменяла. Тогда не хочу. Конечно, прилетим. Прилетим. Мне кажется, так кто из вас сделал ресницы? Ты не делала, такое чувство, что ты сейчас уснешь. Да, она такая свежая. Так, я только что записывала номер вообще там как бы. Я записала или нет? У меня кожа постарела, я перевяжу этот момент. Я записывала номер и не записала. Какое сейчас число, сделаю французский маникюр. Не могу нарадоваться этому событию. Все делайте френч. 800. Я тоже сделаю попозже. Какая я красавица. Да, мне тоже надо накраситься. Какая я красавица, господи, помилуй. Посмотри на меня. Ресницы шикарно сделали. Да. Закинь сюда. На что, на ресницы? 16:30? Я пораньше. Походите, присаживайтесь. Вы ко мне. Я машину, наверное, крашу тогда. Мне телефон нужен сфоткать. Все. Спасибо. Бери трубку. Ну ладно, сесть на работе, заеду. Дай мне любой пофоткаться. Здравствуйте. Ладно, мы выходим уже. Марину нужно отдавать телефон. Мне записаться к косметологу. Думаю, сделать плазмолифтинг. Какие брови делать? Татуаж, пигмент черный или коричневый? Я не знаю. Я прихожу к мастеру, мне делают одно лицо. Они нам мешают что-то. Мне не делают одного цвета. Пойдемте к этому. Как нам? Нет, не была. Ты все равно не отвечаешь. Почему? Я отвечаю, ты в Москве? Да, я уже в Москве. Люблю тебя, вот раз, спасибо большое. А что за дуры заходят ко мне? Во-первых, если я говорю для вас, вы своих мужинов уже называете так, то я своего супруга так... Да. Мне тоже надо краситься, надо попадать. Я тебя... Ой, спасибо. Я зону красивую. Что быть в Питере? Ну, кому надо, тут знать. Я не собираюсь вообще эту тему обсуждать. Я много чего не буду больше обсуждать. Буду, наверное, говорить на те темы, которые я хочу. Там я закрыла свой аккаунт, я посмотрю, как он будет выглядеть как личный аккаунт. Потому что, да, вы заходите на личную страничку, мне кажется, дерьмо выливать не надо. Но то же самое, что вы заходите к человеку домой и просто приходите к нему, начинаете и приносите грязь с собой или мусор. Ко мне не надо приносить в дом мусор и грязь. Вообще, считаю, дом — это храм, поэтому моя страничка тоже. Привет из Минска. Еще одна. Ну вот такие люди блокают. То есть кто-то что-то напишет про меня.
Результаты розыгрыша. Уже я говорила не раз, как я сделаю телефон, так и будет. У меня нет телефона. Я так выпрашиваю, и через Safari сидишь, я могу сочетать на сообщение. Я же говорила, у меня очень большие проблемы с моей вообще страницей. В принципе, телефон вообще не заходит. Ни в магазин, никуда. Куда с моей релетителей? Сейчас никуда. А с твоим приветом повесочки, понимаешь, нет. Что с квартирой? С какой именно? Я говорила вам, что я поругалась с отцом. А, ну, сейчас мы так общаемся. Он Леша писал все время. У нас это... Леша пишет мой папа, а мне пишет его мама. Ну, тоже. Не свою личную страничку подтверди. Не хочу потерять связь с тобой. Мне... Не понимаю. Привет, Хабаровска. Что значит личную страничку подтвердить? В Америку мне летят. Ага. Не-не-не, пока дела слишком много в России. Спасибо, девчонки. Я тоже вас люблю. Но свои нервы дороже, однозначно. Не хочу стать злюкой, не хочу читать грязь, не хочу, чтобы в моей жизни вообще присутствовали такие гадкие слова, которые здесь употребляют. Хочу, чтобы люди научились в мир нести добро, наверное, позитив. Вот. Ну, как-то так. Много об этом думала, размышляла. Мне очень спокойно, хорошо, когда я не вижу этой желчи, грязи. То, что я все воспринимаю без как сердце, это многие знают. Я не поделилась этим волосом. Нет, я написала Алене, что приеду к ней снимать волосы, и пока еще не знаю, что я хочу. Может, вообще не краситься пока. Рада тебе. Скучала тоже, по-моему, очень скучала. Лиза, ты дура. Блин, мне кажется, либо я уже блокировала эту больную женщину. Мне кажется, такие вопросы как-то даже, наверное, только невоспитанная девушка, женщина может задать. Да, привет. Привет. Кто знает еще, какие процедуры сделать. Пилинг не хочу делать, чтобы вот болячки все прошли. Привет из города, привет. Когда сделаешь зубы, привет. Так и что обсуждали. Свои шикарные белые зубы, которые я уже не отбила на протяжении 3 лет. И я... Какой 3? Сколько? 4 года. Пью кофе постоянно. Делаю только ультразвуковую чистку. Я делать не хочу, потому что, когда вы пишете, главное, не делай губы, ты будешь как все, не делай это, а зубы, ну, то же самое, знаете. Очень мало людей, кто ходит со всеми идеальными зубами. Волосы супер. Почему пилинг не хочешь? У меня пилингов еще больше супер. Нет, меня сильно осыпало лицо, поэтому мне надо сделать. Обязательно. Брови вообще не накрашены сегодня. Я без этого. Посмотри на эту красавицу. Он не сменяется сразу. Не надо заходить. Какая красавица. Эльки очень хорошо тебе подошли. Ой, у меня там мушки. Ага. Так. Машки, да нет, я к своему пойду. Что? Сейчас я думаю. Так, она основная. Она основная, может, не знаю, либо пить, либо все. Да, моего супруга завтра день рождения. Я считаю, часы уже поставил будильник. Поздравить его именно в его время. Можете мне сейчас так разрешать? Ты директ видишь? Да, я вижу директ, конечно. Надо идти к врачу, да, смотреть, что у меня и как, потому что не... О, Смирнова Ирина, кстати, в нашей редакции появилась девушка, которая теперь я тоже с ней знакома. Вот. Девчонки, все, кто активные, я всем захожу в страницу, смотрю, я обещала, буду выкладывать также в сторис. Мой муж остался на Филиппинах. У него билеты были куплены 25-го, мы собирались лететь на месяц вдвоем, но у меня дела
дела насчет моей дочери. Конечно же, я вернулась. Тоже ей 27. Что подарить? Мой муж тоже 27. И что лучше всего дарить деньги? Человек пойдет купить себе что-то. Я могу сказать честно, мне ничего сейчас в жизни не порадует, кроме звонка моей дочери. Для меня это будет самый дорогой подарок. Вот. Ну, в принципе, больше ничего не радует. Меня ничего не радует. Есть девушки, которые рады, что они красили волосы, нарастили что-то. Я не получаю удовольствия ни от чего, ни от вещей, ни от каких-то женских маленьких радостей. Я не получаю на протяжении года удовольствия. Мне кажется, это самая большая беда, которая сейчас происходит в моей жизни. Как вы понимаете, я только поправилась. Кстати, я вешу 52 килограмма, если не зависит. Как я не получала удовольствия от еды, я перестала кушать, потому что не очень. Я кушала, что не надо. Мне надо поесть, чтобы голова не кружилась, наверное. А так... Как-то раньше мне нравилось, какой красивый сделал маникюр, вау, там супер. Вообще ничего не испытываю. Когда плазму буду делать, да, я думаю... Привет, усатая. Привет. Сейчас усами пошевелю. Лиза, посоветуй тональник. Сама не знаю, честно, мне тоже нужно. Очень большое сердце. Да, потому что мы уже разговаривали, я придумала одну тему. Ну вот перед отъездом мы шли по пляжу. Я иду, думаю, он такой говорит, человек, который может не работать столько времени, думает о других людях. Придумывать что-то, чтобы помочь кому-то. Он говорит, это, конечно, дорогого стоит, нужно же думать тоже о себе. Не знаю. Я же говорю, мне ничего не радует. А когда кому-то помогаешь и делаешь приятно, это всегда круто. Поэтому мои прямые эфиры, вы знаете, во время конкурса, я последний раз расплакалась, это очень... Я получаю большое удовольствие от того, что я просто, не знаю, могу порадовать человека. Это... Вот это меня радует. Это единственное, что меня радует. Ты очень хорошо выглядишь, прям красиво. Да, с этими рожицами, может быть. Вы не видели мое лицо, оно в ужасном состоянии. У меня есть... У меня появились вот здесь морщины. Ну, это вы видите, и так понятно. Ну, так не видно. Конечно же, для 30-ки. Но вот сейчас кожа прям сухая после самолета. Я сегодня сделала маску на ночь, которая на 15 минут и так сидела. Волосы сейчас у меня разные цвета. Видите, желтый, белый, розовый. Не знаю. Как дела у тебя? Да, нормально. Как ухаживать за лицом? Да хрен знает, никак. Когда я инстаграм, все нормально? Нет, я сижу через Мэрин инстаграм. Нет, не нормально, потому что я закрыта страница, потому что в ближайших месяцах, оказывается, я из-за многочисленных жалоб. Знаете, именно эти жалобы пошли в тот момент, когда я сделала операцию на грудь. Это говорит только о том, что женщины просто жалобы. Все, пойдем. И все. Все, я выхожу и отдаю телефон своей прекрасной Мэри. Я очень люблю. Надеюсь, что я вот на днях сделаю телефон, уже смогу спокойно выходить в прямом эфире, а не брать на полчасика телефона подружки. Удачи вам. И вам удачи. Я вас очень люблю. Скоро начнется прямой эфир. Готовка. Все будет. Следите за нашим инстаграмом. Сейчас она завершит.